Если вы выбираете подарок, загляните в ювелирный салон «Сапфир». Репортаж о золотых украшениях смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Абсолютно все согласятся с тем утверждением, что ювелирные украшения ценились и будут цениться во все времена. Драгоценные камни и металлы уже на протяжении многих веков радуют глаз ни одного поколения. Сейчас найти золотые украшения и ювелирные изделия можно где угодно. Однако покупка драгоценностей – это ответственное дело. Чтобы не наткнуться на подделку, выбирая ювелирный салон, нужно отдавать предпочтение опыту и многолетней репутации. Сеть ювелирных салонов, которые мы сегодня посетили, в этом году отмечает свое 75-летие. Понятно, что за такой солидный период она зарекомендовала себя как надежного партнера и проверенного продавца на рынке ювелирных украшений, продолжая традиции советского ювелирторга. Специалисты салона утверждают, что, покупая ювелирные украшения здесь, можно быть уверенными на 100%, что приобретаете качественную продукцию. В салоне представлены только заводские изделия лучших российских производителей. Ведь партнеры Волжского ювелира – такие известные производители, как Московский экспериментальный завод, ювелиры Урала, Красцветмет, Русские самоцветы, часовой завод Мактайм и другие. Соблюдены все стандарты, в наличии имеются все сопроводительные документы, которые должны иметь ювелирные изделия. Кольца и серьги, цепи и браслеты, часы из драгоценных металлов и обручальные кольца. В этом салоне вас ждет огромный выбор ювелирных изделий. Бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, аметисты. Каждый может найти себе драгоценный камень по душе. Причем здесь представлены как модные новинки, так и нестареющая классика. А сочетание цены и качества изделий будет оптимальным. Кстати, не забывайте еще и про то, что ювелирные украшения считаются одним из лучших способов вложения денежных средств. Ведь качественное золото никогда не падает в цене. А еще ювелирные украшения могут стать фамильной реликвией, передающейся из поколения в поколение, и прекрасным подарком. Если вы хотите сделать роскошный подарок дорогому человеку, но сомневаетесь в выборе, преподнесите ему подарочный сертификат на любую стоимость, он будет приятно удивлен. Также в салоне возможно приобретение ювелирных украшений в кредит. Ювелирный салон «Сапфир», улица Карла Маркса, 39, телефон 62 06 47.